Костелушки, мы, короче, внутри Костелушки. Вот. Сейчас я вам покажу одну вещь. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите. Потайная дверца. Сейчас они, я даже не могу снимать там. Они там стоят, люди. И так сильно переживают, если я их снимать буду. Хочу вам показать нашу паутинку. Вот эту вот. Вот надо обязательно ко мне подойти, да? Вот потом, когда я отойду, нельзя, да? Посмотрите. Здесь подземный ход. Посмотрите, как съеден кирпич, да? Посмотрите. Он съеден причем? Он съеден именно, смотрите, волной. Видите? Без всяких там вам линий. Смотрите, там наша это, наша амбразура, глядите. Наша амбразура. И там висит наша жижа, видите? Видите? А? Как вам? Вот. Посмотрите, какой тут опять наша жижа, посмотрите. Посмотрите. Паутинка наша, видите, здесь тоже. Видите? Видите? Глядите. Что это вообще? Посмотрите. Посмотрите. Видите? Это же какой-то. Вот там. Видите? Офигеть, да? Тут везде, везде. Везде. Видите, наша паутина везде сидит. А? То есть он идет, скорее всего, на разрушение. Скорее всего. Я сейчас вам хочу здесь. Протащить руку и показать вам, что внутри. Видите? Все полукругом, тут такая сложная система. Там тоже паутинка висит, но я не могу сейчас увеличить, потому что очень сложно. Тут, видите, жижа, корка жижи. Вот. Тут посмотрите, как сделать. Кирпичи опять выедаются, посмотрите, выедаются. И тут тоже, смотрите, выедал, смотрите, съедается. Смотрите, а? Как там? Выедается. И сюда идет подземный ход, видите? Смотрите. Вот. Все практически тут кирпичи выедены. Ребята. Тут тоже, посмотрите, наша жижа, видите? Видите? Тряпка прямо, тряпка. Рыжая, да? Вообще. А сейчас я вам еще покажу тут еще одну паутину. Посмотрите, во-первых, какой рисунок тут, посмотрите. Тут уже вообще съелся кирпич, посмотрите. Глядите, просто пустой, видите? Смотрите, как вот эта вот корка, это бывшая вот эта вот тряпка, скорее всего. Тут тоже, видите, жижа, посмотрите. Смотрите. А? И уже дырки, видите, у кирпича. Вот. Это все покрывает. Смотрите, посмотрите, наша паутина. Знаете? Смотрите. Видите? Пустой, видите, вообще пустой. Съеденный кирпич. Вот. Посмотрите, рисунок такой красивый, да? Елочка, видите? Вот. И там тоже это наша паутина, потому что она не паутина паука. А просто тряпка, видите? Все. Посмотрите. Тратная тряпка и конус образуется, видите? Вот. Так что тут все. На разрушение, ребята, идет. Глядите, здесь тоже съеденный кирпич, видите? Так что ничего тут хорошего не происходит, понимаете? Вот. Не происходит ничего хорошего. Все такое. А тут еще пока, видите, более-менее как бы все еще красное. Видите, еще красный пока кирпич. Вот. А там уже все. Там уже все сожрано. Посмотрите, здесь тоже. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите. Видите, да? Видите, он просто съедается. Смотрите, кольцо в стене. Тоже какое.
Смотрите, опять съедается. Видите, этот кирпич? Смотрите. Как вам? Вообще. Кольцо из тины торчит. Все в паутине нашей. А? Вот. Короче. Вот такие пирожки, батушки. А здесь еще пока все красное, видите? Что-то они все стоят. Дружненько. Я туда не пойду, потому что там дофига народу. А, да, он там решил с ними послушать. Тут, как обычно, идет лестница в никуда. И поэтому сказали. Поэтому сказали, закрыто. Потому что на падении туда там явно будет просто, как сказать, выпад. Можно выпасть. Дойти туда и выпасть, понимаете? Вот. Тут маленькая кошечка тоже. Непонятная, да? Это не окошечко, это какая-то прободная труба. Жалко. Так, ну-ка, я встанешь дальше. Посмотрите, это труба, кстати. Видите? Труба идет туда, явно. Вот. Там опять около это крюки, видите, да, около окна. Вот это что за маленькое, да, окошечко? Ой, вообще ужас. Ужас, ребята, просто здесь метров. Ну, здесь больше, чем там, по-моему. Офигеть, это просто невероятно. Невероятно. Невероятно, ребята. Просто. Офигеть. Посмотрите, какая стена. Посмотрите, какая стена. Полукруглая. Это вообще. Видите? Ну это что? Это просто. Какая сложность вообще выполнения. Сейчас я подойду, подождите. Нашатие. Это просто невероятно. Так, давайте. Идем, смотрите, я вешу, но. Это что? Это дамба какая-то, да, практически? Ужас, ужас. Это ужас. Даже страшно стоять здесь. И посмотрите вот эти вот. Поглядите, вообще полукругом идеальным. Идеальным. Это ж надо же, какая огромная стена. И вот эти штуки, да? Наши явно. Обалдеть. А посмотрите, как идет дырка вовнутрь. Посмотрите, отверстие идет вовнутрь. Прям видно. А? Это дырка вовнутрь идет. То есть это вообще невозможное выполнение для человека. Невозможное. Просто. Тут вообще еще валик такой. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите. Полукруга, да? Посмотрите. Офигеть. Просто. И подбирается вот эта берлата. Я уже там заметила. Думаю, как же я вам не сделала. Как она вторил своим зубцом просто напрочь, намертво в ту стену вливается. Ну, сейчас тут так плохо солнце не видно. Тут, как обычно, наша это. Мол, вот эта вот штука меня... Вот единственное, что меня вот это интересует, вот этот типа вход такой странный, да? Тут цветы еще, блин. Типа как будто бы вот ворота. Как можно такие огромные ворота пускать? Ну, я не буду сейчас ничего обсуждать. Но вы понимаете, у меня вот эти типа псевдоворота меня просто очень сильно интересуют. Две этих, да? Две арки. Лампа классная тоже. Туда можно сходить, что это перкурс обрегат. Перса стирания и спальти.
тут возмираются вот эти цепочки, я уже неоднократно вижу. Ребята, я уже третью, наверное, вот в этом только замке вижу вот эта цепочка. Вот посмотрите, висит цепочка, да? Помните, я вам показывала около Мальпага на стене? Вот, пожалуйста, тоже висит цепочка вообще. Что это за цепочка, да? Там, что это? У нас колонец. Мраморная плита какая-то розовая. Вам покажу мерлат опять нарисованный. Рисунок, да? Опять вязка такая, да? Видите? Вот тут не совсем мерлат, а какие-то, смотрите, холмики, да? Видите? Вот не понимаю, чего они красиво находят в этом местах, в этих... Не понимаю. Так еще с таким. Какое красивое это место. Не знаю, где это. Труба, вы стоите. Тут завалили. Завалили. Вот. А эта башня, посмотрите, да, какая вогнутая? Это вообще, почему она такая, да? Нормально? Закрыли, видите, чтобы не показывать, насколько глубоко идет. Иногда показывать, иногда здесь, видите, закрыто. Маной, посему старый. А, devi andare giù. Sì, sono i gruppi, volevo fare andare avanti i gruppi perché da questo qui. E dopo di questo iniziamo a sentire. Penso che dopo vai su da là. Penso, non lo so. Sì, perché è scritto per spalti. Vede la mia ombra. Собачка белая, кстати, да, на песке? Тут посмотрите опять, да, вот, типа, как мини этот подъемник, кстати, да? Сейчас. Заметьте, ни одной скобы внутри, да? Да и наружу там ни одной скобы. Вот, ни одной скобы. Может быть, его уже не надо ничего с ним делать. Все, он уже приговорен. Может быть, вот так вот. Раз ни одной скобы нет. Просто ни одной скобы. Ребятушки. Сейчас я покажу вам вот эту вогнутость. Посмотрите. Вогнутая вообще, да? Абсолютно. Свет вообще плохой. Ну ладно, все. Сейчас другой включу.